Здравствуйте, дорогие наши зрители, активные предприниматели и тот, кто решил встать на этот непростой, но очень веселый путь. Мы продолжаем цикл наших эфиров. Сегодня у нас в гостях удивительный человек, который был доверенным психологом аж космонавтов и автор метода, с которым мы сегодня будем разбираться, как когнитивное моделирование будущего. Но об этом чуть-чуть позже. Меня зовут Илья Тимошин, я президент Союза деловых людей. И мы проводим различные активности. Одно из них – это эфиры. Мы приглашаем ведущие компании, топовых экспертов, предпринимателей. Есть формат лекций, примерно как вы сегодня участвуете, где мы разбираем какие-то инструменты, которые помогут либо вам как предпринимателю, или, может быть, даже как человеку открыть для себя новые горизонты или увидеть ошибки, слабые темные места. В общем, помочь развиваться как личность или какие-то сервисы. Например, у нас и ВКонтакте, и Адмитады, и разные другие ребята. Можно жмахнуть по всем колокольчикам, подписаться на наш канал и посмотреть уже записи, которые были. Возможно, тоже вам инструменты пригодятся для вашего бизнеса. Конечно, у нас есть интервью, где мы приглашаем предпринимателей, экспертов, которые своим путем, непростым, кровью и потом пришли к успешному успеху. И, возможно, их жизнь, их действия, их мышление помогут вам по-другому посмотреть на жизнь. Может быть, остановитесь, не сделайте какой-то лишний шаг, а может быть, наоборот, где-то ускорится. В общем, все для вас, дорогие наши предприниматели. Ну и, конечно же, основное, что мы делаем цифровой помощник предпринимателя, он усиливается, ссылочка тоже будет. Кстати, можно жмакнуть по QR-коду, подписаться на наш канал, следить за разными активностями. Цифровой помощник предпринимателя, его задача простая. С одной стороны, у вас есть запрос, не знаю, подобрать меры поддержки от государства, а их много, в них уже чиновники сами путаются. Новый канал избыта, ВЭД, консультацию, эксперта. Может быть, возможно, сегодняшний наш гость поможет вам, проконсультирует как личность, да, и так далее. Вы пишите любой свой запрос, наша нейросеть подбирает ответы, которые есть, и мы их матчим. Такой некий бизнес-тиндер получается. Вот. Ну и, конечно, хочется немножечко совсем сказать про наших партнеров, а то я вижу, Дмитрий меня уже скоро побьет. Эфиры мы проводим при поддержке чудесных компаний. Есть компания FrenchCamp. Это экосистема, в которой соединяются, с одной стороны, франшизы, с другой стороны, инвестор. Если вы хотите стать инвестором, 25% доходности. И управление компанией берет на себя. С другой стороны, предприниматели. Если вы хотите начать свой путь предпринимательства, франшиза – это, наверное, оптимальный инструмент. Почему? Потому что процессы все отстроены. Вы меньше шишек набьете. И на выходе, проходя трек обучения в FrenchCamp, вы получаете и франшизу, и деньги. То есть такая некая прикольная экосистема. Кстати, тоже QR-код можно жмакнуть или по ссылочке в описании перейти и посмотреть. И, конечно же, компания АВГ. АВГ – это ведущий IT-интегратор, потому что задача же не просто привлечь лиды, а правильно их отработать, подобрать сервисы, какая CRM-ка вам нужна и так далее. И тоже есть бесплатные консультации, где под ваши процессы помогут подобрать правильные решения. Ссылочка и QR-код на экране, друзья, тоже welcome. Ну что, возвращаюсь к нашему гостю. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Адерлей. Дим, приветствую тебя. Привет. Привет, привет. Спасибо тебе большое. Искрометное приветствие, классное вступление, очень энергичное, супер. Наша тема сегодня – это введение в когнитивное моделирование будущего. Вот, я действительно являюсь одним из немногих людей в нашей стране, которые профессионально занимаются именно моделированием будущего как некого, ну, фактического состояния там, компании или организации, отделяемого от нас, да, от момента сейчас, через время. Да, основные клиенты у меня – это действительно предприниматели и это такой бизнес. Да. Единственное, что нужно сделать оговорку, что, конечно, это не микропредприниматели уровня там, ну, вот какого-то совсем микробизнеса, крупной компании. Вот. Или же это второе направление, это индивидуальная работа, индивидуальное развитие, да, вот какая-то вот индивидуальное моделирование будущего. Но все, что я буду рассказывать, оно справедливо, в общем-то, для любой деятельности. И важно понимать, чтобы те зрители, которые прикоснутся к этой истории, просто принимали, брали этот опыт на себя. Мы сегодня прикоснемся и к инструменту, одному из. Да, и вот ты попробуешь, в частности, этот инструмент на себе, и вот кто с нами сейчас смотрит, и на будущее, так сказать, зрители, пожалуйста. Вот, и принципы. Причем в этой лекции не будет каких-то историй отвлеченных или таких водянистых. Я не научился еще разбавлять сублимированные смыслы водой. Это, в общем-то, минусочек. Волна бизнес-молодости, а я за тебя не задела, да? Нет, скажем так, я общался с рядом
ну, назовем их так, маркетологов, вот, причем достаточно известных и именитых, ну, в частности, хотя бы на московском рынке, то есть, ну, такие фамилии. И часть из них абсолютно уважаемы мною, ну, вот как личность, как человек. Я не могу ничего сказать про бизнес, потому что, ну, какая-то история такая. Вот, а у меня маркетинг является, в общем-то, таким нулевым ресурсом. И, то есть, у меня работает только вот передача из рук в руки. И да, и вот вопрос с масштабированием, он, естественно, интересен. Вот. И в разговоре с одним из вот таких маркетологов, он говорит: слушай, у меня такое ощущение, что тебе не нужны деньги. Я говорю: ты знаешь, мне очень нужны деньги, но, наверное, не таким способом. Вернее, точно не таким способом. Вот такого не будет. И в чем минус? Да, есть история с некой кажущейся сложностью. Вот эта сложность действительно кажущаяся. И стоит просто, ну, как сказать, принять логику определенную и просто попробовать. И все прям станет на свои места. Ну, вот получается, прежде... всегда, да, пока не попробуешь, не поймешь, какое, на какой вкус манго, да, можно услышать, да, много, да, теорий, да, какое, да, оно. Да, да, да. Я очень хочу и всегда прошу, вот когда я делаю какие-то подобные истории, зрителей, участников, на вот это время, там на полтора часа, да, которое у нас есть, просто попробовать взглянуть на мир так, как на него смотрю я. То есть я ни в коем случае не претендую, не говорю на какое-то конечное знание, только так, а не иначе. Нет, это просто один из вариантов систематизации чего-то. Да, и просто вот эти полтора часа, поскольку, ну, условно, вы пришли в гости в миры когнитивного моделирования, просто попробуйте надеть эти фильтры и посмотреть на мир так, как смотрю я. Все достаточно просто. И вот начать мне бы хотелось с такой простой истории, классификации. Ты говорил про предпринимателей, про предпринимателей. И, наверное, начнем прямо вот с этой истории. В моем понимании есть определенная классификация активных людей. Это вот прям такой вот отправная точка, что ли, да? Есть коммерсанты. Коммерсанты – это люди, которые извлекают денежную прибыль из своей деятельности, в принципе. То есть основа деятельности – это извлечение… как прописано в любом уставе, скажем так. Да, вот. Но это вот коммерсант. То есть неважно, чем он занимается, он извлекает деньги. Есть понятие бизнесмена. Бизнесмены извлекают денежную прибыль из построения системы. То есть чем интересен бизнесмен, и он чем-то здесь схож с руководителем, они извлекают денежную прибыль из некой системы, из организации труда других людей. И ценность бизнесмена в том, что он строит систему, и она генерит деньги. То есть коммерсант генерит деньги, неважно как. Основная история – деньги. Бизнесмен – основная история системы, которая генерит деньги. И вот предприниматель – это человек, который извлекает денежную прибыль из реализации своего интереса какого-то. То есть предприниматель в первую очередь – это человек, интересующийся, реализующий себя в чем-то, в какой-то профессии, в каком-то деле, там, неважно, и извлекающий из этого деньги. То есть, условно, это цены за эти деньги. В первом случае ты просто делаешь деньги, во втором случае ты делаешь системы, и в третьем случае ты реализуешь интерес и делаешь деньги. Слушай, интересный взгляд, получается, предприниматель – человек, который реально делает, что хочет, а деньги – благодарность за твою деятельность, когда ты в мир. Да, да. И ты же понимаешь, что у всего есть, ну, условно, оборотная сторона. Человек, который делает, что хочет, и как благодарность, ну, условно благодарность, да, получает деньги, это в том числе вопрос с масштабом и с количеством этих денег. Угу. Потому что предприниматель, он относительно свободен, в том числе там финансовой свободе, потому что он вынужден работать, да, и вот этот уровень, да, как бы вот, ну, регулировать. Вот. И вот здесь вот, ну, как бы, ну, понятная история с точки зрения цены за то, что ты делаешь. Ну, это, да, время – деньги, да. Собственно, введение в когнитивное моделирование. Значит, на большинстве слайдов будет отображаться девочка. Вот, девочку зовут Лея. Лея – это проводник по мирам гильдии мастеров и только. Вот. Соответственно, что такое когнитивное моделирование как метод? Да, собственно, когнитивное моделирование и цель, и смысл, да, когнитивного моделирования – это формирование цели или там достижение цели как естественного образа жизни человека
или стиля деятельности компании. То есть цель не рассматривается в когнитивном моделировании как некая точка на карте, как вершина, которую нужно достичь, или как объект некий. В идеальной истории в когнитивном моделировании цель рассматривается как некое естественное следствие образа жизни или образа деятельности человека или компании, при котором эта цель, ну, условно, естественно, возможна. Ну, например, я так вот бросал курить, я курил там 25 лет, курил по много и с удовольствием, я бросил за один день просто без ничего, без препаратов, без каких-то там вот историй к шаманам, походам и так далее. Я сформировал для себя такой образ жизни, при котором курение стало неуместно. Это, ну, как бы, это, наверное, сложно, опять же, мы сейчас встречаемся с той самой вот сложностью некой изначальной. Но в моем случае это сработало только так и никак по-другому. То есть там никаких волевых усилий, ничего. Я сформировал некий образ жизни, при котором курение стало неуместно. Собственно, когнитивное моделирование – это возможность создавать реальность, максимально отвечающую нашим ожиданиям. Да? И, собственно, у нас через вот эту вот историю, да, моделирования у нас появляется возможность влиять на действительность через совокупность реальности. Сейчас поясню, что это такое. Слушай, а можно ли здесь, по-моему, Эйнштейн сказал такую штуку, та реальность, на которую вы настроите свой мозг, она и будет существовать. И это не философия, это физика. Ну, смотри, у меня одна из моих клиенток, она такой большой физик настоящий, она утверждает, ну, не утверждает, а в каком-то из, на какой-то сессии говорит: «Дима, мысль физически активна». Мысль физически активна, вот, и у нас будет, ну, много таких ассоциаций и примеров из физики, вот сегодня в частности. И вместе с этим одной мысли недостаточно. Если говорить о двух понятиях – действительность и реальность. Я же написал, что возможность влиять на действительность через совокупность реальности. Действительность – это то, что происходит. Это некое событийное пространство, которое нас просто окружает. Реальность – это то, что я думаю, что происходит. Условно, или то, как я считаю, что происходит. Моя картина мира, условно, которая может, да, не быть с действительностью. Да, 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 абсолютно правильно. И если проводить аналогию, носителем разума является человек. А вот источником разума является человечество. И человек, отлученный от человечества, условно, да, он теряет разум. Можно посмотреть на детей Маугли, да, которые вообще ни разу не такие прикольные, как у Киплинга. Да, или человек, который там становится дурачком или безумным, да, он выпадает из этого коллективного, да, разума. Да, 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 да. Соответственно, реальность – это некий воспринятый мной фрагмент, сегмент действительности, отраженный у меня в интропсихическом пространстве, внутри. Да, и я вот представляю, что оно так вот есть. И вместе с этим совокупность реальности, то есть, ну, условно, чем больше таких, как я, считающих, что это вот так, тем сильнее эта совокупность преобразовывает вот эту вот действительность. И эта действительность уже начинает влиять на реальность. То есть это механизм вот такой вот самоусиливающийся. Получается, да? Паутина истории плетется ежесекундно, исходя из выбора каждого человека. Да, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Именно вот так это и работает. И очень важно понимать эту историю, да, что все начинается с разума, с одного, ну, условно, человека, который скажет «я хочу», условно, и дальше идет вот этот вот процесс запускания. Причем обстоятельства не определяют то, какие мы. Обстоятельства могут вплоть до терминального влияния, оказывать влияние на человека, то есть, ну, конечного, да, но обстоятельства, внешние какие-то истории влияют, но не определяют то, какой человек или где он. Они влияют. И вопрос в том, что человеку просто важно помнить, что потенциал среды всегда выше, чем его потенциал. И, ну, просто эту вещь закладывать, ну, вот в некую жизненную формулу. С чего, наверное, заклад этой жизненной формулы стоит начинать, если так совсем понятийно говорить, да? Эта история, причем справедлива как с подростками, выбор жизненного пути, так и вот у меня были сегодня с утра сессии, и был разговор с предпринимателем о том, ну вот, типа, как дальше, там вопрос с диверсификацией и все прочее. Вот в таких вопросах я обычно обращаю внимание на такое понятие, как
ну, условно, инфляция или дисконтирование деятельности. Что это такое, да? Вот та деятельность, которой ты занимаешься или собираешься заниматься с течением времени, она подвержена инфляции, подвержена определенному дисконту или нет? Вот именно дисконтирование инфляции с точки зрения расширения, инфляция, наверное, с точки зрения обесценивания. Ну, например, да, чек-грузчик. И вот... Робот заменит его или нет, да? Ну да, с течением времени твоя деятельность будет дисконтироваться или, наоборот, дорожать. Ну, очевидно, да. Там, стриптизер, например. Ну, мне не очень хочется смотреть на там 65-летнего стриптизера или там стриптизершу. Ну, ну, такое себе развлечение. Эта аудитория будет совсем маленькой в итоге. Ну, да, она будет специфической такого. Вот. А там условно, то есть тебе важно понимать, да, та деятельность, тот рынок, тот сегмент условно с течением времени, что с ним будет происходить. Угу. И дальше, исходя из него, делать некий выбор. И вот там, как делать выбор, мы, наверное, сейчас, прежде чем рвануть вот в эту историю, коснемся маленького-маленького инструмента, который носит название «момент действия», вот, и который позволяет оценить намерение действовать. Mm-hmm. То есть что такое намерение действовать? Это мотивационная основа, которая находится под действием непосредственно. То есть мы там делаем относительно какой-то цели, относительно там каких-то задач, которые мы перед собой поставили. Вот как понять до действия, мы собираемся делать так, как говорим, или нет, и почему? Я прошу тебя сейчас, вот ребят, которые есть сейчас в эфире, если им это интересно, взять, ну, там какой-то карандаш, лист бумаги, если это возможно, отлично, да, и написать простым списком, первое, да, обозначить цель, относительно которой вы хотите намерение оценить свое. Будете вы делать так, как говорите, или нет. Это может быть любая цель вообще. Вот вообще любая. Купить, продать, прийти, уйти, разойтись, сойтись, там, не знаю, начать, закончить, бросить, поднять, неважно. Любая цель, вообще любая, какая-то актуальная, которая есть сейчас, какая-то неактуальная, неважно, любая цель, пожалуйста. Материальное, нематериальное, начать учиться, там, ну, все что угодно. А дальше, относительно этой цели, в столбик просто там, одну под другой перечислите, пожалуйста, приобретение, то есть все то, что вы считаете для себя приобретением, если вы поставленную цель достигать будете, если будете делать так, как говорите. То есть, вот в моем случае, бросить курить. Да, и дальше приобретение, если я брошу курить. Конечно, в идеале хорошо еще понимать некий временной период, через сколько. Ну, мы же там представляем, условно, бросить курить, там, это вот бросить курить фактически, а купить можно там купить через год, условно, или купить сейчас. Просто ну, вот, приобретение, к которым я приду, если я так сделаю, если буду там, делать так, как говорю. Вот. Причем это может быть все, что угодно, пожалуйста. И их может быть сколь угодно много, но их объединяет то, что это приобретение, какие-то вот штуки, которые мы считаем приобретением. Ну, к примеру, курить там, да, приобрету белоснежную улыбку, сэкономлю денег, не буду расходовать. Да. Уважение, да. Там, не знаю, детей, что папа молодец, бросил курить. Да. Да, 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 абсолютно. Да, вот, вот такие какие-то вещи, да, абсолютно правильно. Причем в моем случае, там, если мы будем говорить про курение, бросать, мне всегда очень хотелось ну, такую мощную машину, там, знаешь, с двигателем V8, ну, вот такое вот. И меня всегда почему-то, я не знаю почему, крыла история с налогом. Ну, я не знаю почему, я сейчас думаю, ну, блин, даже там налог, вот я сейчас плачу налог 44 тысячи за свою машину, и, ну, вроде бы это большой налог, с одной стороны, с другой стороны, 44 тысячи на хобби. Ну, я там, мне не очень с алкоголем, мне невкусно, да, то есть вот, ну, какая-то такая история. У меня нет там банин в какой-то, в который я хожу с друзьями, там, ну, какие-то вот такие вещи. В общем-то, ну, в год не так массированно дорого. Но я думал, что дорого. И я посчитал, сколько я выкурил. Да, у меня вышло 68 тысяч на тот момент. Я уже не помню, какой это год был. Год, наверное, 14 или 15 я бросил. Ну, что-то типа того. Вот. И я понял, что, блин, у меня еще даже запас будет. Ну, то есть, нормально все. То есть, я гарантированно выкуривал 68 тысяч в год, никаких вопросов. То есть, я, то есть это сработало как приобретение. После того, как мы выпишем все приобретения, пожалуйста, выпишите точно так же столбиком потери. Угрозы,
угрозы, если мы так делать не будем. Вот не будем достигать поставленной цели. Возможно, будем делать что-то другое, но вот именно это делать не будем. Либо вообще не будем, либо будем делать что-то другое, но вот так, как говорим, не будем. Тут прикольно, если я сейчас понял, если потери нет угроз, то пофигу тебе на действия вообще. Не спеши, ты правильно понял, но не все. Я просто сейчас смотрю, а у меня угроз нет никаких, думаю, а нафига тогда мне двигаться, мотивации нет. Хорошая история. То есть, понимаешь, чем интересно когнитивное моделирование? Ты можешь очень многие вещи, условно, просматривать до действия, простреливать до действия. Вот. Но этот инструмент, он совсем прям очень простой, поверхностный, и он такой экспресс условно, да, который причем можно использовать как индивидуально, так и в групповом формате, пожалуйста. После того, как мы выписали все приобретения и все угрозы, пожалуйста, взвесьте каждое приобретение, каждую угрозу по шкале такой важности, значимости для себя от 1 до 10. Причем мы не будем их каким-то образом ранжировать, балировать, профилировать и так далее. Мы не будем их сравнивать друг с другом. Просто прям берем по отдельности каждую историю и взвешиваем. Условно, это приобретение для меня весомо настолько-то. Ну, условно, единичка практически невесома, десятка весома в полной мере. Угроза весома настолько, то есть угроза грозная, это десятка, так себе единичка условно. И опять же, да, оценки могут повторяться. Можно хоть всем присвоить одно и то же. После того, как мы проставили вот эти вот веса, вот, пожалуйста, просто суммируйте. И получится две цифры. Одна цифра приобретений, вторая цифра угроз. Ну, то есть, условно, вот у меня там приобретение столько-то, а угроз столько-то. И вот на следующем слайде, на такой условной оси координат, пожалуйста, себя найдите, где вы находитесь. То есть, условно, вот вертикаль – это приобретение, горизонталь – это угроза. На пересечении будет квадрант, который характеризует намерение достигать поставленную цель. Естественно, есть зелененькое, да, радостное бездействие. Значит, есть зелененькое. Зелененькое – это тогда, когда наше намерение выражено, и, собственно, мы будем достигать, и достижение этой цели будет неким естественным следствием нашей деятельности. То есть нам не нужно будет прибегать к разного рода креативным историям типа мотивации, стимулирования, концентрации там и прочих историй. То есть мы условно занимаемся своим делом. Вообще для меня... Слушай, лично... Я перебью тебя, знаешь, сейчас вспомнил, когда к коучу приходит предприниматель и говорит, слушай, ну поднял я свои вторые 90, а дальше что? А дальше не знаю, никто не доходил. Ага, понятно. Ну, вот тут вот такая история, когда, знаешь, у коуча говорится такая история, типа оценка контакта. Угу. Вот никто никогда, в коучинге мне, по крайней мере, не говорил, как можно технически оценить контракт, кроме того, что мы работаем на доверии. Да? То есть вот коуч – это такой товарищ, работающий на доверии. Вот, так себе звучит, хотелось бы какого-то вот там термометра. Вот термометр, пожалуйста, которым пользуюсь я. Ну вот, соответственно, зелененькое – это тогда, когда, собственно, ну, в общем-то, ты занимаешься своим делом, и ну, ты достаточно хорошо представляешь себе вообще, так сказать, там, что происходит. Дальше у нас есть 4 квадранта, и первый, вот мы начнем с радостного бездействия. Находясь в радостном бездействии, человек не будет делать так, как говорит. Просто незачем. Ну, то есть это вот и вот так хорошо, и так хорошо, а вот если вот так вообще замечательно. Но угроз фактических нет. Незачем. Вот, то есть, ну, вот это такое, знаешь, это касается выучить язык, поменять массу тела или форму тела, там какие-то позитивные привычки. Ну, то есть что-то такое, что, в общем-то, неплохо, но вынужденности какой-то, то есть внешних каких-то обстоятельств или внутренних каких-то, да, недостаточно. И вот, собственно, все хорошо. Причем, знаешь, здесь даже человек может понимать о каком-то вреде, но, в общем-то, вот его прямо сейчас это не касается. Поэтому вот это такое, он, знаешь, он либо уже прожил все в голове, либо ну, какая-то радостная бездействие, такой розовый слот. А следующий квадрант – это риски. Риски – это когда и приобретений много, и угроз много. А вот здесь мы уже будем... Но не рискуй, тут не пьешь шампанское, да? Ну, типа того, да. Вот здесь мы будем делать так, как говорим, но здесь мы будем склонны нарушать собственные рамки некой экологии там и так далее, риски, и нарушать рамки экологии окружающих людей. То есть мы будем идти сквозь пламя.
такое, да, и вот здесь есть опасность того, что мы и сами себя сожжем, и других их угробим. Прям проблема, если, например, нанятый менеджер какой-то там или там генеральный, он находится в рисках по поставленной цели. То есть есть высокая вероятность, что он прям вот ушатает систему прям точно. Но цель достигнет, как бы никаких вопросов. И находясь в рисках, есть такая особенность, мы рвем коммуникативные связи, они сильно натягиваются и рвутся. Нам становится казаться, что близкие люди с нами нас тормозят. Mm-hmm. Вот у меня, я в первый раз у себя заметил такую историю, я ехал по МКАДу и как-то с удовольствием раздражался, меня все раздражало. Люди медленно едут, прям, ну невозможно вообще, сколько так вообще, как можно? И прям я чувствую, ну что-то не то. Ну, они медленно очень едут. Я опускаю взгляд на спидометр, вот, а у меня 160. Понимаешь? 160 – это не очень хорошо. Ну, то есть, прям вот, я прям вот так вот, неправильно. Да, то есть, я двигаюсь с очень большой скоростью, вот, и, ну, прям не нужно так делать. И вот здесь примерно то же самое. То есть, если жена или муж начинают сильно раздражать в какой-то момент и казаться, что они прям вот там камнем легли или камнем нас якорем таким стылым тянут на дно, это... Стоит скорее... задуматься, да? В каком да, контракте да, да. Не в камне дело, да-да-да, не в камне дело, да. Вот. Соответственно, следующая история – это сопротивление вплоть до ухода. Это тогда, когда приобретения не очевидны, а вот угрозы, если я так не сделаю, вполне себе понятны. Ну, то есть мы сопротивляемся, казалось бы, стоило бы сделать, но приобретение того, что мы сделаем, не очевидно. А вот угрозы, если мы так не сделаем, они вполне себе понятны. И человек начинает уходить. И у нас есть несколько форм такого социально пригодного, социально приемлемого избегания. Первый из них – это рыскание в профессии или рыскание в деле. Когда человек вдруг внезапно начинает интересоваться чем-то еще вплоть до всем. Ну, собственно, как директор по IT вдруг начинает остро интересоваться вопросами HR или вопросами там, финансовой службы там, или еще чем-то. Или человек начинает изучать все циклы, все лекции от саморазвития до там еще чего-то. То есть он себя ищет. Вообще механизм избегания – это нерешаемая задача. Ну, то есть феномен нерешаемой задачи. Я не иду решать то, что сегодня надо, а буду искать что-то новое. Я лишь бы не делать то, что... Решать сегодня, потому что я-то еще на самом деле не нашел, кто я. Угу. Я ищу себя. Вот найду, тогда да. Тогда да. Вот. А сейчас, извините, причем у меня вот даже есть официальная бумага, что я вот на курсах. Вот. И человек превращается в такого, ну, вечного исследователя. Мы понимаем, что, ну, условно, исследовать себя можно бесконечно. То есть мы настолько удивительное пространство, что это можно делать бесконечно, такое в космосе. А второй, это уже покруче, это история, связанная с уходом в болезнь. Со школы еще история, да, мы не хотим идти в школу, что ну, мы болеем. Там, психосоматика, да, мозг, да. Возможность подумать, то ли ты делаешь. Да. Очень интересная история. Это разного рода болезненные состояния, которые не связаны напрямую с риском, с угрозой для жизни, но, очевидно, снижающие качество жизни. Разного рода блуждающие боли, псориазы, аутоиммунные какие-то истории, которые, в общем-то, сильно... на риск жизни не влияют вот в моменте времени, но существенным образом затрудняющие и ухудшающие качество жизни. И это всем понятно. И вот, собственно, ну что с него, он больной, сейчас он вылечится и тогда, а сейчас извините. И третья история – это разного рода увлечения химическими всякими зависимостями. Это алкоголь, это кокаин и наркотики, это разного рода адреналиновые истории. То есть, условно, человек пьет. Ну что с ним, он пьет. Вот он как бы закончил. По факту заменить реальность счастьем за счет химических... Это всяких. Значит, даже нет, это вопрос в том, что от тебя отстанут. Ну, то есть, ну, что с него? Он пьет. Вот. Сейчас он там пить закончит, и тогда вот, ну, знаешь, есть алкоголизм, а есть пьянство. Вот алкоголизм можно вылечить, пьянство вылечить невозможно. То есть пьянство – это образ жизни. Вот такая история. То есть, в общем-то, вот таких три, по большому счету, таких вот группы форм
социально приемлемого избегания. Да, нельзя же сказать, типа, я не хочу. Как это ты не хочешь? А тут вот, пожалуйста, на выбор. Тебе социальные инструменты. И, наконец, четвертая история, понятно, да, когда и приобретений немного, и угроз недостаточно. Это бездействие, да, равнодушие, вплоть до безразличия. Мы будем делать, но только при условии концентрации, мотивации, там, вот это вот все, воли. То есть так делать не будем. Абсолютно. Вот. Не штырит, не возбуждает никак. Вот. Что делать? Если мы оказались в одном из этих квадратов, что делать? Есть несколько таких понятных принципов. Первый принцип – это работа с временной шкалой. Это либо увеличение временного промежутка для достижения, либо уменьшение. Ну, условно, там что-нибудь купить через год не вштыривает, там, условно, а через месяц. А? Как? Повысилось намерение или нет? Или наоборот, через месяц много, а через год, если по времени растянуть, ну, так проще. Вторая история – это работа с масштабом цели. Условно, купить «Лада Гранта» не вштыривает, ну, условно, никак. Там, а условно, какой-нибудь там «Киа Рио», уже там интереснее «Киа Рио». Машина. Вот какие-то вот такие вот вещи. То есть, да, по факту получается, что мы, если возвращаемся на этап угроз и приобретений, за счет их формулировки и нахождения новых, может быть, регулировать квадрат, куда мы попадем. Да, смотри, здесь очень важно не попасть в игру взрослого человека, типа попаду я в зеленый квадратик. Это не так работает. То есть нужно условно поиграть сначала с целью, а потом прислушаться, как эта цель начинает в тебе звучать условно, да, то есть какие отклики она вызывает. Ну, можно, конечно, покрутить и там попаду в зеленый квадратик, но просто с целью понять, а как это работает. Третья история – это работа с делегированием, условно, сам или с кем-то. Условно, делаю командой, как? Ну, не очень. А если сам? Если только мою? Если все мне? Да? Или наоборот, там, один не справляюсь, а если кого-нибудь привлечь? А с партнерами? Как, да, то есть вот такая история, то есть делегирование. И четвертое, это радикальная история, это смена цели. Ну, то есть вот смена цели, не твое вообще, то есть не нравится, уходи. Есть очень простая, но страшная история для взрослого человека. Это уметь говорить «не хочу» и заниматься только тем, что тебе нравится. По факту это ключ к успеху, ну, то есть делать только то, что ты хочешь. Другой вопрос, что начиная там с самого раннего возраста, нас и мы, что самое интересное относительно других, мы отбиваем этот механизм, нравится, не нравится там и все прочее. Вот эта история, она же связана с управляемостью человека и с управляемостью вообще обществом. Ну, с обществами, создавать тренды, ограничения и все остальное. Да, нас же, когда ведут в поликлинику, что нам говорят? Это не страшно, это страшно. Там. Это не больно, это больно, это как комарик кусает вообще не так, ну то есть прям вообще не так, но родители, они же не просто окно в мир, они до определенного возраста мир для ребенка, и когда мир говорит, что ты не прав, ты начинаешь прислушиваться, а так ли все со мной? Ну, может быть, это действительно как комарик, это действительно так страшно и все прочее. И вот этот механизм, он постепенно, по чуть-чуть, он начинает разбалансироваться. И дальше он принимает такие достаточно извращенные формы. Там супруги ругаются, и там, ребенок приходит маленький, не ругайтесь, пожалуйста. Мы не ругаемся! Наверное, они не ругаются, ну, раз они говорят вот такое. И человек начинает не доверять себе, да, то есть такое вот формирование базового недоверия себе самому, потому что мир дает обратную связь другую. Вот. И вот этот вот возврат, условно, к себе, он порой носит весьма креативные формы у взрослых людей. Такое вот возвращение к себе бывает прям воинственное, да, вот с ломанием всего того, что он строил. Можно не так, да, можно достаточно экологично. Вот. Но часто слышу в эти моменты, знаешь, история про орла, да, когда он взрослеет. Не знаю, расскажи. Но он улетает, выклевывает все перья себе, разбивает клюв о скалы, чтобы все новое выросло. Да, интересно. Ну, наверное, можно не так, поэкологичнее вот как-то. Ну, в общем, вот такой инструмент. Собственно, применять его можно индивидуально и командно. Командно, только очень важно, чтобы все приобретения, все угрозы были приняты
всеми на основе единого принятия. То есть не бывает такое, что самый громкий там сформировал этот список. Нет, нужно, чтобы каждый сказал, да, для нас это то, что нужно. И так сказали все. По факту согласованность команды, понимание цели. Да. Такая вот история. Вот. Ну, собственно, в когнитивном моделировании существуют три базовые модели. Первая модель – это мир вокруг нас. Вот вторая – это модель «я». И третья модель – это некая модель взаимодействия «я» с миром вокруг. Под каждую из базовых моделей подведены инструменты, определенные когнитивные. Большинство из инструментов оцифровано. То есть они дают результаты как в качественном описании, так и в цифрах. В частности, там венчается построение этой комплексной модели из трех моделей базовых расчетом времени. То есть в когнитивном моделировании мы можем рассчитать время, необходимое для достижения цели человеком или группой. Пока никто в мире, ну то есть я не слышал, чтобы кто-то мог сказать, подойти и сказать, да, я вот могу рассчитать тебе время. Я говорю, что я могу рассчитать время. Это понятно, что эта история относительная, она вполне себе опровергаемая, то есть можно там говорить, но я не встречал никого, кто бы серьезно подошел и сказал, да, я могу рассчитать время. Я не, может быть, есть, но я не видел. Не можем, пожалуйста. Вот. И, соответственно, мы начнем. Да, в сегодняшней нашей встрече я передам понятийную историю. То есть, как понятийно обращаться с моделями. Ну, просто форматы времени позволят коснуться инструментов больше и дальше. Да? Но повторяю еще раз: то есть, под каждой моделью есть инструменты. То есть, это не просто философия какая-то, да, или там новый взгляд на какие-то вещи. Вот, значит, начнем мы с базовой модели «Мир вокруг нас». Мы будем делать примеры и характеризовать пространство, отталкиваясь от такого понятия, как область комфорта или зона комфорта. Все-таки это такая важная штука, которую, ну, строит каждый из нас. То есть даже этот пресловутый выход из зоны комфорта мы все равно для чего делаем? Ну, для того, чтобы оказаться в зоне комфорта. Это же не какая-то история, что даже мазохизм, он существует ради удовольствия. То есть это не просто так. То есть, это же... Слушай, мне тут интересная фраза попалась, что зона комфорта не существует, это жопа, к которой мы привыкаем. Ну, тут вопрос всегда относительный, вопрос говорящего, мы сейчас разберемся вот, насчет жопы. И вот относительно именно этой зоны комфорта мы будем воспринимать, рассматривать эти пространства на основе некого событийного содержания этих областей. И первое пространство, оно вот слева на экране такой иллюстрации Леи в банке, это пространство называется, ну я называю стабильность-нестабильность. Второе, вот где Лея на вершине стоит, это пространство определенности-неопределенности. И третье пространство, где Лея стоит, рассматривает планеты другие, это пространство естественной новизны или полисценарной, или многосценарной, многовариативной реальности. Вот давай с тобой, охарактеризуем вот эти вот пространства именно вот на основе области комфорта. В первом случае события вот в пространстве стабильности и нестабильности, события текут медленно, они словно приходят из ниоткуда и уходят в никуда. Здесь одно само по себе событие не носит поворачивающий, разворачивающий историю характер. И здесь играет такая история, как некая совокупность событий. То есть много событий могут как-то развернуть историю. Одно само по себе событие не влияет на ход истории. Здесь работает статистика и статистические наблюдения. То есть вот как прогноз погоды. То есть за каким-то местом наблюдают на протяжении большого периода времени. Условно они наблюдали, увидели, что в пятницу в 9 утра здесь идет дождь. Система какая-то рисуется в хаосе, получается. Да. И на протяжении 100 лет так было. И мы можем сказать, что там на 101 год в пятницу пойдет дождь в 9 утра, и он идет. Ну, то есть это еще и работает, понимаешь? Здесь максимально такие ровные истории, нет сильных материальных контрастов. Здесь находятся неадаптивные системы с четко выраженной специализацией, с четко выраженным понятием вверх и низ. Например, там, что касается материальных контрастов, там, если мы возьмем школу, какую-то вот такую историю, ну, школу именно, директор и учитель-предметник, между ними разница материальная небольшая. То есть она какая-то есть, но она прям ровная. Ну, то есть
такое не сильное. Здесь находится немасштабируемая деятельность, то есть невозможно за единицу времени получить там, условно, или выполнить там работу всей жизни, или прибыль всей жизни, там, невозможно. То есть единица времени – операция. Причем, ну вот, если взять работу врача, то, в общем-то, она немасштабируемая. Единица времени – пациент, да? А вот если взять, там, например, певца какого-нибудь, да, он может спеть песню, записать ее, выложить куда-то, да, ее скачает там 9 миллиардов человек, ну, 9 миллиардов скачиваний, да, условно, и человек просыпается на завтра миллиардером, условно, да, там, или миллионером, мгновенно, да, но это про другое пространство, то есть здесь хирург не может прооперировать все человечество за раз, не бывает такого. Это к вопросу о выборе профессии подростками, да, и когда вот я работаю с подростками, мы обычно выясняем первым образом, первым шагом, каким образом в жизни хочет жить человек, то есть как. Если он видит себя там 27 лет за рулем Феррари, это не врач. Врач и Феррари – это в районе 50, и то, если он будет успешен. Да, то есть уровень экспертизы будет высокий. Ну, конечно, да. То есть не бывает врача молодого, так сказать, и Феррари. Это не совместная история. А если он выйдет замуж за Грефа? Ну, это же не про врач. Это про родственник, да, то есть это другая история. Вот, и, соответственно, то есть нужно ставить целью стать родственником Грефа, условно. Вот, да, пожалуйста, такая история. Правда, не знаю, сколько там Герман Оскарович к этому отнесется, ну, как-то отнесется. Соответственно, здесь, если охарактеризовать вот эту самую область комфорта, человек или группа людей направляют все свои действия на сохранение границ области комфорта, на сохранение привычного. То есть здесь привычное фактически комфортнее и предпочтительнее. То есть по факту это соцпакет, зарплата вовремя, отпуск, да, там, да, все дела, да, больничные. Да, абсолютно правильно. То есть здесь, если брать вот такие фразочки, характеризующие это пространство, потерпи, это скоро пройдет. То есть если тебе нужны деньги, потерпи до зарплаты, и ты там получишь. Если сравнивать, например, с какой-то материальной покупкой серьезной, то это копить. Накопить деньги. Это несложно, ничего сложного в накоплении нет. Это нетрудно, то есть тебе не нужно трудиться для того, чтобы накопить. Это тяжело. Ну, то есть у тебя фактически образ жизни схлопывается до образа цели. Ты начинаешь копить и урезать себя в чем-то, укладывая себя в створ вот этой вот цели того, что ты хочешь. То есть находясь в этом пространстве, для нас привычное предпочтительней, чем что-либо другое, даже если это привычное, некомфортно, что интересно. То есть это такое вот схлопывание до вот границ комфорта. А, собственно, сказкой, которую можно характеризовать это пространство, является «Три поросенка». Прям все четко. Они играли, наблюдали, увидели, что там лужицы покрываются корочкой льда, что скоро будет зима, и начали строить домики, кто как там себе представлял. Вот. То есть такое прям вот в течение событий, понятно, и так далее. Скорость жизни невысокая здесь. Неким эволюционным таким сценарием успешности вот в социальной эволюции является стремление занять место в системе. И заняв правильное место в системе, у нас появляется иллюзия защищенности. То есть здесь вот четкая история. Карьера, мы заняли место в системе, появилась иллюзия защищенности. Здесь фонарь ключевой все равно в системе, да. Третий, наверное, ты сам создаешь систему. Ну, вот здесь, в этом пространстве системы. Сейчас мы подойдем, развернем с тобой. Вторая история, второе пространство, постепенно подходя к его границам, события начинают ускоряться. И вот здесь уже, в этом пространстве, в пространстве условно определенности, неопределенности, вот здесь уже высочайшая событийная скорость жизни, события текут очень быстро, не происходит параллельно. И причем, собственно, ответом, например, на повышение быстродействия, да, на вопрос о повышении быстродействия, на же компьютеров являлась многоядерность, да, то есть у нас был один процессор, единица времени, несколько процессов за единицу времени. Человеческий ответ команды, да, то есть вот в пространстве определенности, неопределенности начинают работать команды и командное достижение цели. Почему? Потому что настолько быстро, настолько много, что один не замечает, один не может это обработать.
и уже работают команды там и так далее. То есть это такой вот ответ наш эволюционный, да, вот этому пространству. Вот здесь уже одно само по себе событие может носить поворачивающий, разворачивающий историю характер. И об этом публично, громко смог сказать Нассим Николас Талеб вот с его этими черными лебедями. Соответственно, вот здесь уже статистика не работает, и здесь уже работают вероятностные прогнозы, то есть здесь такое вероятностное прогнозирование идет. И если брать характеристику с точки зрения области комфорта, вот здесь для сохранения объема этой области мы предпринимаем выход из зоны комфорта и присоединение к зоне комфорта все новых и новых областей. То есть мы от себя, получается, захватываем пространство, увеличиваем свое пространство. Да, да. Причем у нас происходит некое негативное воздействие внешних обстоятельств на себя. Мы как бы схлопываемся за счет увеличения, мы как бы импульсивно расширяем до каких-то вот для нас привычных зон. То есть такой вот импульс, да, вот такая вот история. Десантирование не очень такая безопасная история. То есть десантник вообще как таковой – это одна из самых опасных военных профессий, потому что обычно тебя выбрасывают на вражеской территории, где тебе вообще ни разу не рады, и с очень ограниченным ресурсом. То есть важно понимать, что вот десантирование – это всегда риски, это всегда штука, связанная с опасностью, с рисковыми какими-то историями. И здесь, если сравнить, опять же, с той же финансовой покупкой, с какой-то, то в первом случае мы копили, то здесь человек начинает много трудиться. Он начинает набирать себе всякие там шины из Китая, там финансовый консалтинг, организация свадеб, похорон. И вот он на себя это все набирает, набирает, набирает. Это не тяжело. Невозможно много делать тяжело. Это обычно что-то не тяжелое. Это не сложно. Невозможно много делать сложных историй. Это всегда трудно. То есть человек всегда трудится, он всегда занят. Прям он всегда вот такой вот, вот в этом во всем. И, собственно, если брать фразочку, которая характеризует это пространство, мы можем ее назвать как «потерпи, возможно, это пройдет». Ну, то есть предприниматель, который заключит сделку, он, возможно, получит деньги, и вот тогда он, собственно, сделает. То есть «потерпи, возможно, это пройдет». Такая история, да, и, собственно, если брать сказку, которая характеризует это пространство, это «Алиса в стране чудес», конечно же, да, то есть вот там, куда мне идти, а куда ты хочешь идти, а я они не же меня ждут. Да-да-да, вот какие-то вот такие, да-да-да, они меня ждут, да, это вот та история, страньше и страньше. Вот, соответственно, если брать, «Алиса в стране чудес» сказка, да, фразочка «потерпи, возможно, это пройдет», вот. Если брать такой эволюционный сценарий успешности, то вот здесь уже, собственно, считается, что ты умеешь, можешь строить системы, и достаточно уметь строить системы, это дает тебе иллюзию свободы. Угу. Вот. То есть здесь ты создаешь системы, и ты там свободен, ты уходишь из найма, уходишь в предпринимательскую деятельность. Получается такая, опять же, все-таки иллюзия, да, когда ты создаешь системы, но все равно в некой большой системе. Конечно. Угу. Вот. И переходя в следующую историю, в следующее пространство, событийное пространство приобретает уже невообразимую скорость. То есть у нас одномоментно в одной точке пространства происходит множество событий. Полисценарная реальность, когда в одной точке происходит бесконечное множество событий, и они могут быть терминально противоположными. То есть убийство и рождение, да, одновременно, пум, в одной точке пространства. Угу. Вот терминальные события. Здесь скорость жизни течет фантастически быстро. Вот, и, собственно, здесь даже не вопрос материальных контрастов. Материальные контрасты были в предыдущем пространстве, где, собственно, были там десятки гигантов и сотни тысяч, там, миллионы карликов. Здесь эти материальные контрасты, они находятся вписаны вот в листы реальности, в сценарии такие. И если говорить о отношении с областью комфорта, то здесь мы диффузно расширяем
границы области комфорта, находясь в ней, не выходя из нее, не сохраняя границы, а прям вот диффузно расширяя это пятно. Это похоже, как если бы человек, ну, там, не знаю, специалист, да, он инвестировал в себя, повышал свою собственную капитализацию, повышая вес, свой вес на рынке и постепенно становясь, ну, вот таким вот, как сказать, абсолютом. Здесь принципиальным таким условием движения из сценария в сценарий является вес. Ну, а в основе веса это масса. Я сейчас поясню, что имею в виду. Финансовый вес, там, социальный вес, общественный вес. Это, чем более весом человек, тем более легче он может гулять из сценария в сценарий. То есть вот по этим вот страничкам, да, и переписывать эти странички. Мы можем сравнить это с принципами движения в пространстве. Ну, например, в первом случае, в пространстве стабильности и нестабильности, мы просто едем или там идем, да, и вот для того, чтобы попасть из точки А в точку Б, нам нужно пройти все точки пространства. Мы не можем выйти за пределы этого пространства, мы должны все его проехать складку за складкой, да. Это современная физика. Мы можем двигаться очень быстро, но принципиально быстрее, чем позволяет двигатель, не можем. А вторая история во втором пространстве – это чем-то похоже на рассказы фантастов о движении в кротовьи норы. То есть мы сминаем пространство, через дырки, которые есть в нем, мы можем как-то проскакивать и оказываться там точка А1, А2, А5, А8, Б условно. То есть проблема... получается все равно стихийно, да? Что говоришь? Стихийно все равно. Не стихийно, понимаешь, не стихийно. Ты не можешь предсказать, где ты, где будет выход. Ну, да, есть, я про стихийно, что да, ну, не нет, знаешь, где. Да, нет навигации. И в чем опасность движения через кротовью нору? Мы пока не можем понять, а что там на выходе. Даже, допустим... Логика появления в какой-то точке, в конечном. Да, да. Как алгоритм. Мы поговорим, да, что я имею в виду. Это станет позже, чуть, ну, понятно, чуть позже. Прямо вот на следующем слайде. И третья история. У нас есть понятие варп-двигателя, вот, и там солярных волн, условно. Это тогда, когда мы начинаем сминать пространство. То есть мы не начинаем двигаться быстрее. Мы не начинаем двигаться как-то по-другому, в каком-то другом пространстве. Мы уминаем пространство так, как если бы. У нас есть 10 метров, например. Мы 10 метров проходим за 10 секунд. Мы эти 10 метров, вот дорожку, сминаем до метра, и получается, что мы все 10 метров можем пройти за одну секунду, просто, ну, сжав эту дорожку. Вот это сжатие физически может происходить тогда, когда у нас есть, мы можем распоряжаться колоссальной невообразимой массой. То есть для того, чтобы создать там варп-двигатель, нужна условно материя там весом в несколько солнц. Ну, то есть мы, для нас это невообразимо. Но как это перенести на собственный опыт? Предположим, что у нас есть спортсмен, который готовится к Олимпиаде. Вот когда спортсмен готовится к Олимпиаде, в его жизни, в его деятельности, что есть еще, кроме подготовки к Олимпиаде? Ничего. Ну, то есть он готовится к Олимпиаде. И вот если говорить о сказке, которая характеризует это пространство, есть у Гауфа такая сказка «Халиф Аист», в транскрипции в советской «Калиф Аист». Это мультик, фантастический мультик, очень страшный, но очень красивый. Вот. Фишка в том, что там был молодой повеса, правитель халиф, ему было скучно. По сказке привели торговца, по мультику там поймали его в лесу, в парке визиря этого, нашли при нем порошок, табакерку и, значит, листочек, что если ты хочешь в какое-то обличие превратиться, понюхай порошок, скажи мутабор, и ты превратишься в того, кого ты хочешь. То есть это вот гуляние между сценариями, хочешь паучком, хочешь птичкой, хочешь там зайчиком, кем хочешь, скажи мутабор. Но если ты засмеешься, ты забудешь волшебное слово «мутабор», не сможешь вернуться обратно, навсегда останешься вот тем, кем ты есть. Принципиальное условие нахождения в третьем пространстве – это максимальная концентрация на своих целях. Нельзя, харам, засмеешься, выпадешь оттуда, навсегда застрянешь между этими листами. Ну вот. То есть ты должен максимально концентрироваться на этой истории. Иначе ты забудешь волшебное слово «мутабор». И вот здесь это принципиальное условие. Колоссальное количество энергии в третьем пространстве, запрос на энергию, да, и вот такая фантастическая концентрация
на цели. Почему мы начали с тобой про дисконтирование образа деятельности? Потому что если ты хочешь быть в третьем пространстве, тебе нужно изначально понимать, а, ну, словом, на то ли ты пространство поставил, если тебе уже некогда думать об этом, просто понимай о диверсификации. То есть, каким образом ты можешь там хеджировать риски или диверсифицироваться. Ну, то есть, как ты можешь остаться здесь? Да, то есть это какая-то вот такая история, об этом нужно думать. Ведь у нас же человек как устроен, когда что-то происходит, ну, условно, дефицитарно, недостаточное, что человек начинает делать? Он начинает увеличивать интенсивность деятельности. То есть, условно, разрабатывали жилу этих ископаемых было недостаточно, начинают увеличивать выработку породы. Не искать новое месторождение, а больше-больше копать. А здесь надо не больше копать. Здесь нужно думать, как повышать добываемость из того же объема, либо искать новое месторождение. Это не похоже. Как это? Говоря нашим языком, глубокая переработка нужна. Примерно так. Собственно, если... Что еще важно понимать? Да? Физики утверждают, что мы живем на поверхности многомерного пространства, которое называется брана. Вот брана примерно выглядит так, как вот слева, такая вот, ну, штуковина, вот на поверхности этой мы живем. Мы можем эту брану, как модель, представить, что мы живем на поверхности вот такого мячика для гольфа, и вот каждая впуклость – это некая чаша реальности. У этой чаши реальности есть субъективная глубина. Глубина определяется весом предпосылок, весом обстоятельств. Причем эта глубина определяется не только позитивными какими-то весом, но и негативным. То есть может быть глубина и негативного веса, неважно. Здесь нет какого-то вектора, здесь просто вот вес. Да? То есть, ну, может быть плохо, может быть в этом плохо сидеть глубоко. А для достижения цели нужно учитывать глубину вот этих обстоятельств или силу тяготения, если хочешь, да, текущего состояния. Два горизонта событий, пространство между понятием текущее и искомое и гравитационную или такую, ну, составляющую тяготения самого искомого состояния, состояния потом. А что такое пространство между? В русском языке я не нашел названия, не потому что он бедный, а просто, ну, точного названия короткого нету. А вот у американцев, что самое забавное, у них такое название есть. Они говорят об этом как in between, между. Причем у них это прям устоявшееся какое-то название. У нас есть устоявшееся название впросак. Но просак это как бы не туда и не туда. Да? А вот in between это между. И у них такое типа как дела? In between. То есть я еще не там, но уже не здесь. Между. И вот это между, это пространство движения по этим криптам между вот этими вот ячейками мячика для гольфа. Да? И вот моделируя какую-то цель, формируя цель, важно понимать, первое, силу тяготения истории сейчас, и очень важно пройти горизонт событий истории сейчас. Что такое горизонт событий? Это точка, пройдя которую, твои действия становятся незначимыми. Например, берем классическую историю, река, водопад, лодка, гребец в этой лодке. И горизонт событий – это такая точка, пройдя которую усилия гребца будут незначимы. Инерция реки его увлечет к водопаду. Вот здесь точно так же. Первое, когда мы выходим из истории сейчас, и тяготение истории сейчас над нами не властно. Вторая история – это второй горизонт событий – это тогда, когда нас захватывает тяготение истории потом. То есть зачем заниматься планированием? Зачем формировать будущее? Для того, чтобы мы четко понимали точку выхода, вот точку истории потом, чтобы условный вес этой истории нас захватил. И мы уже, пройдя горизонт событий, скатились туда. И вот история между вот этих двух горизонтов событий – это, пожалуй, самое опасное, с точки зрения достижения пространства, когда на нас начинает оказывать влияние соседние вот эти вот чаши реальности, и можно скатиться куда-то, имея недостаточный вес истории потом. Именно и чем весомее ты сформируешь историю потом, тем вероятней ты в ней окажешься. То есть ты прошел первый горизонт событий, и чем весомее история потом, тем вероятней ты в нее скатишься
Почему очень важно Слушай, да, концентрироваться? рядом получается много других текущих состояний, других людей, в которые ты можешь просто свалиться, двигаясь туда. Да, абсолютно верно. Mm-hmm. То есть эти штуки нужно учитывать. Соответственно, переходим к модели «Я». Модель «Я» рассматривается с точки зрения позиции. И позиции по отношению к чему? По отношению к ведущей потребности. У нас, в отличие от животных, ну, я считаю, что вообще практически нет, но будем так говорить, крайне слабо развита... Мозг хорошо развит. Инстинктивная база. Инстинкты как некие готовые модели поведения. То есть, в отличие от животных, мы не знаем, как жить. То есть, у меня две собаки. Я их достаточно рано забрал от мамы. Вот. И мама, я точно знаю, их не учила охотиться, например. Да? И я не учил, что самое интересное. Но вот мы там идем гуляем, где-то там в поле в каком-то, они видят птичку. И они четко, у них распаковывается история, охотятся. Да? Набор программ поведения включается. Да, 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 да. И они, в общем-то, знают, у них мышление предметно-конкретное, стимул, реакция. И вот эволюционно у них заложена определенная модель поведения. Мы не знаем, как себя вести. Мы не знаем, как воспитывать детей. То есть мы не знаем, как жить. И мы учимся жить. Мы научаемся в нашем вот таком индивидуальном опыте. Но природа подстраховалась и дала нам потребности. Причем потребности, так и называется, второе слово потребности – инстинктиноиды. Латинский суффикс «ид» означает «подобный», такой, как инстинкт. Да? И вот относительно актуальной потребности человек или группа людей могут занимать три позиции. Первая позиция – зависимая. Это когда человек или группа людей ожидают, что их потребность будет удовлетворена естественным образом, как бы сама собой, за счет внешнего окружения. И сидят и ждут, что там, придет хитрый большой и удовлетворит все это дело, и все будет хорошо. Вторая позиция – независимая, когда люди борются с внешним окружением за удовлетворение своей собственной потребности. И третья позиция – устойчивая или самостоятельная, когда человек, ну, условно, понимает, что удовлетворение его потребности зависит от него самого, и он начинает формировать некие системные действия по взаимоотношению с окружением с учетом последствий своих действий или бездействий. Единственная позиция, когда мы учитываем последствия, это единственная позиция, в которой мы склонны к проактивным действиям. В предыдущих двух это реактивные действия. Да, да, абсолютно правильно. И только вот здесь проактивные для нас характерны. Позиция складывается из трех положений. Да, это, собственно, состояние фактически ресурсное, это отношение ко времени и восприятие неких событий, да, или событийное пространство. Собственно, зависимая позиция – это состояние ресурсное, неблагополучие, мало ресурсов. Это ориентация на времени настоящее и прошлое. И, там плохо, все козлы, а в будущем у меня будет хорошо, а сегодня я не живу. Будущего нет. Зависимые люди понимают будущее. Только настоящее и чуть-чуть прошлое. То есть представь себе, ну, давай совсем неплохой пример, алкоголик в состоянии абстиненции. Ему нужно выпить. Наркоман в состоянии абстиненции. Ему нужна доза. Что будет дальше, неважно. Прямо сейчас, вот здесь и сейчас, и чуть-чуть, может быть, прошлого. И, собственно, событийное пространство – это протяженность. Это вот события, которые приходят из ниоткуда, уходят в никуда. У меня не было другого выхода, так сложились обстоятельства. Что я мог поделать? То есть, я это... такой, мир такой. Да-да, не мы такие, жизнь такая. Да-да-да, такая история. Независимая позиция, ресурсное состояние нестабильности, такое пилообразное, то есть, то нет, то много, то мало. Вот. Восприятие времени, в основном будущее, чуть-чуть прошлое. За независимость невозможно жить, за независимость возможно только бороться. Вот похудею и тогда, разбогатею и тогда, строю карьеру и тогда буду жить. Сейчас, извините, сейчас некогда, я борюсь. А вот когда тогда, тогда приходите, пожалуйста. И когда ты борешься, ты сразу же видишь варианты. Вот так, можно так, а можно так, а можно еще вот так. То есть у тебя события превращаются не в ленту, а в такое множество окон таких, да, которые открываются, закрываются, то есть множество такое. Никто не говорит, что это безопасно, но это возможно. И, наконец, устойчивое – это некое ресурсное состояние благополучия. То, что, например, вот с точки зрения соматического здоровья мы называем здоровье такое, да, вот атлетичность, условно, человек атлетичный. Вот. Это некое целостное восприятие времени, холистическое настоящее. Это тогда, когда человек не может четко разделить на коридоры времени, он воспринимает время целиком. Угу. А у нас это состояние приходит, когда мы с удовольствием в настоящем,
с благодарностью в прошлое и с радостным ожиданием в будущее. Вот холистическое, целостное такое восприятие времени. Причем, если проводить аналогию, мы примерно так забрасываем спутники в дальний космос. Мы пользуемся гравитационным плечом, например, Земля-Луна, заводим спутник вокруг Земли и Луны, и вот этим плечом выбрасываем его в дальний космос. Здесь примерно так же. Гравитационное плечо, настоящее прошлое, мы выбрасываем себя в будущее. Причем это плечо тем более устойчиво, чем более однороден опыт. Ну, то есть, вот это прошлое. То есть, чем больше у нас в этом прошлом опыте чего-то, например, физкультуры и спорта, тем более успешен человек будет в будущем в спорте. А если в спорте будет там еще там коньячок, не знаю, преферанс и девочки, ну, прям такое себе. И в девочках не очень, и в спорте так себе. Ну, то есть, вот будет такая история, да? То есть, вот такая история. Не чист, скажем так, не чистопородный. Да, 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 да. Ой, очень хорошо, да, хорошая история. Вот. Ну и, наконец, да, вот это шкалирование или баллирование. Просто показываю, что в когнитивном моделировании есть шкала, есть сценарии, к которым привязываются определенные состояния, и мы можем определять, где мы. То есть это там относительно устойчивая позиция, относительно там зависимые позиции или там независимые. И, наконец, третья модель – модель взаимодействия. Вот лично я выделил в своей практике, да, 5 факторов, которые принципиальным образом влияют на успешность деятельности человека. Я их сейчас буду перечислять в обратном порядке с точки зрения, ну, критичности влияния на успешность выполнения задачи в ситуации дефицита. Какой-то вот, ну, экстремальной ситуации, не в нормальных условиях, неблагоприятно. Первое, что у нас улетает, и наиболее нестойкий фактор, это эмоциональность или то, что называется эмоциональным интеллектом. Срыв происходит по типу эмоционального срыва, истерики или эмоционального оскуднения вплоть до отупения. То есть в ситуации дефицита мы теряем эмоции. Вторая история, это второй фактор, который отказывает, это ценностные рамки или фреймы. В критической ситуации человек отбрасывает сложные модели поведения и начинает использовать простые модели, тяготеть естественным образом к простым решениям. Нам начинает казаться в ситуации сложной, критической, что есть простое решение. Не бывает простых решений у сложных задач. Сложно возникшая задача решается сложным ответом. И нужно понимать, что мы просто тяготеем к простоте. Но это неправильно. Ну, отсюда, отсюда метод «раздели слона», да, на более маленькие задачи, тогда ты решишь. Да, 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 ну как вариант, да, но все равно сложно. Попробуй слона разделить. Ну, да. Вот, такая себе история. Дальше, характер. Характер мы определяем как некие врожденные, генетически обусловленные типовые реакции человека на что-то, на события. И у нас происходит... Думаешь, это врожденное, это не набор ли программ поведения длинных цепочек, которые корректировать можно? Корректировать можно, но до очень понятного определенного уровня. Смотри, я могу глубже. Вот каждым из этих понятий есть прям, ну как, знаешь, как вики-история. Щелкаем на ссылку, там бум, раскрывается. Вот. Но поскольку, сказать, у нас с тобой ограничено... Да, я, как это, как, мы да, просто да, поверим, что там, да, нет, знаете, меня, там есть точно, да. Да, и у меня примерно через час сапсан, на который мне бы хотелось успеть. Вот и все, притом, да, я хочу домой. Питер классный город, я прям хочу домой, я уже здесь с воскресенья. Вот, и такая история. В общем, и трансформация характера происходит... От, ну, условно, сбалансированных черт через акцентуацию, это обозначение таких вот полярных историй, дальше через определенную, сбалансированный характер, радикализация, это вот обозначение как бусины, мы характер видим вот в радикалах таких, как вот, как вот в бусинах в ожерелье. Дальше происходит акцентуация, когда только одна бусина начинает выступать вперед и звучит ярко. Вот. И, наконец, аддикция. Аддикция – это болезненное подчинение поведения человека какой-то группе черт характера. Вот, например, там, шизофрения – это аддикция по шизоидному радикалу. Паранойя – это аддикция по параноидальному радикалу. То есть это уже болезнь, но болезнь, протекающая определенным образом, да, то есть вот поведенчески обусловленная. Ну, в смысле,
предсказуемо поведенческий опыт. Опыт – это совокупность знаний, умений и навыков. И бывает так, что мы не знаем, как повести себя. Ну, не знаю, нет у нас сценария, не понимаем мы как. Не знаем. И только уровень логического мышления позволяет нам этот сценарий написать. Самый мощный, самый важный стопор в ситуации, да, в дефицитарной, который, знаешь, есть такая фраза, что безумие – лишь шаткий мостик, деляющий разум и инстинкт. Mm-hmm. Вот что нас отделяет от инстинкта? Да, разум. Да, такая вот история. И, соответственно, условия в современном мире лидерства является интеллектуальная избыточность. То есть компания интеллектуально избыточна может позволить себе вариативность решений. Человек интеллектуально избыточный может позволить себе вариативность решений. Да, то есть вот такая вот определенная избыточность по этому фактору, она позволяет определять лидерство. Вот как-то так. Три модели, три пространства. Вот, собственно, в каждом из пространств человек может быть счастлив. И компания может быть успешна. Пожалуйста. Нужно только решить для себя, в каких контекстах ты существуешь. И просто следовать определенной истории, да, определенным правилам. Ну, то есть существование в каждой пространстве чего-то тебе стоит. Нужно понимать просто, сколько ты заплатишь и в какой валюте условно. Ну и готов ли ты платить. Вот. Знаешь, такая штука приходит в голову, как это? Достаточно, да, когда ты понимаешь, сколько тебе надо, какой модели да. ты есть. Вот мне да. это достаточно, да. мне это комфортно. Да. Да. Очень важно понимать, что нет такого, что вот нужно только туда. Нет. В каждом пространстве можно существовать. Каждое пространство имеет под собой какие-то положительные, условные, условно-негативные, отрицательные истории. И тебе стоит выбрать только, где ты. Тебе стоит оценить, а сейчас в чем ты, и просто двигаться. Это как навигатор, да, когда ты понимаешь, что ну вот так, да, можно вот так. Ну, вот такая вот история. Вот, собственно, чем и мы занимаемся в процессе моделирования, создания комплексной модели, опираясь на базовые модели и желание самого человека или там компании. Вот такая история. Очень круто, потому что, как ты говорил сегодня на эфире, коучи многие, которые не могут оцифровать уровень доверия, а здесь, по-моему, все очень понятно, ты можешь как бы себя оцифровать и себя. Да, это очень важно, да, ты цифруешь, ты получаешь ну, не только качественное описание, не только на условии «мне так кажется», а у тебя есть некое подтверждение еще там, ну, инструментальное, да, когда ты, как еще одно мнение, получаешь отражение чего-то. Вот. Знаешь, мне приходит этот разговор был, когда там психолог или коуч говорит, что такое вода? Ну, вода – это бурлящий поток воды. А, река. Река – это бурлящий поток воды. Вода, река – это H2O. Понимаешь, вот структура понятная, да, не просто какое-то описание красивое, а да, вот да, конкретно, из да. чего это состоит детали. Да, да. Огонь, круто. Ну что, друзья, если во время просмотра пришли какие-то интересные мысли. Ну, во-первых, жмакаем по всем колокольчикам, подписываемся, да, у нас много интересных. И, кстати, с Димой у нас еще будет интервью вообще про него. Как его занесло к космонавтам, как он по всему этому пришел. Поговорим про человека Дмитрия Трилле. И, конечно же, я думаю, что в процессе времени мы пообщаемся и предложим еще вариант какого-то офлайн-мероприятия, где вот целый день посидеть, поработать, отцифровать себя. Но если, конечно, вы этого хотите, да, потому что если вы не хотите, то любое варенье будет для вас горьким. Что хочешь сказать, Дим, ну тебе успеть на Сапсан в первую очередь. Да, спасибо тебе большое. Илья, тебе спасибо, что пригласил, и там давай встречаться чаще. Ну, и, собственно, всем... Раз в 10 лет это очень редко, да. Надо... Всем предпринимателям успехов, вот, и, собственно, до новых встреч. Да, друзья, готовим мешки для денег, моделируем свое будущее и эти мешки наполняем. Чудес волшебства, Дим, пока-пока. Пока-пока.